За 20-летнюю работу акции «Долг памяти» сотни семей из разных регионов России смогли отдохнуть в лучших здравницах Краснодарского края. В этом году больше 50 детей, чьи отцы не вернулись из боевых командировок, получили возможность приехать с мамами, бабушками или опекунами в один из гостиничных комплексов Имеретинской низменности. В течение 10 дней участники благотворительной акции отдыхают и совершают экскурсии по городским достопримечательностям. Елена Безволенко с дочерью Викой и сыном Георгием приехала в Сочи впервые. Говорит, забота чувствуется постоянно. Хорошо, что дети на море могут съездить. Возможности не у всех бывают такие. А здесь на море приехали на 10 дней. Да, купаться. Такие каникулы дают возможность ребятам укрепить здоровье, пообщаться со сверстниками, а их родные или опекуны могут обменяться опытом в решении важнейших жизненных проблем. Сегодня с участниками акции встретился руководитель управления по работе с личным составом главного командования войск Национальной гвардии России Андрей Мальченко. Большое вам спасибо за то, что в непростой жизненной ситуации вы сохранили человеческое достоинство. За то, что в тяжелейшей этой ситуации вы смогли найти в себе силы и продолжать правильно воспитывать своих детей. Воспитывать на примере любви к нашей Родине, на примерах героических подвигов ваших мужей. Для участников акции был организован небольшой концерт с участием ансамбля 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии. А генерал-майор Мальченко вручил детям подарки. Электронные книги пригодятся многим ребятам в учебе, а члены семей погибших военнослужащих смогли обсудить волнующие их вопросы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.